На трассе М5 столкнулись лоб в лоб два больших груза, один человек погиб. Это последствия ДТП. Грузовики оказались в кювете. В салоне зажало водителя одной из фур. 37-летний мужчина переломал обе ноги и получил ушиб головы. Вытаскивать его из салона пришлось спасателям. Шофера доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь. Повезло, что водителю другого больших груза помощь врачей не понадобилась. Этот 58-летний мужчина остановился на обочине трассы и решил перебежать в лес на другой стороне дороги, чтобы справить нужду. Но в торопях не посмотрел по сторонам и попал прямо под колеса Нивы. Водитель пытался уйти от столкновения, но избежать наезда не удалось. А под Копейском из-за гололеда на дороге перевернулась машина. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и не смог удержаться на дороге. В итоге автомобиль опрокинулся. Бесправник устроил аварию в Озерске. Нарушитель в больнице, второй участник ДТП тоже. 26-летний молодой человек без водительского удостоверения был за рулем Kia. По предварительным данным, он не справился с управлением. Иномарка выехала на встречку и врезалась в другой автомобиль такой же марки. С травмами обоих водителей увезли в больницу. А под Златоустом водители проявили настоящую солидарность. Давай, Витек, давай, газуй! Они вместе выстроились в колонну и с помощью троса отбуксировали фуру.